Здравствуйте, господа и дамы, с вами Seven Tales в Берсерии. Снова наш дождливый порт, откуда мы на самом деле очень быстро сейчас выдвигаемся в Зексон, потому что сюжет, черт возьми. В общем, покачалась чуть-чуть, побегала, чуть-чуть попыталась как-то выучить, господи, ну, всякое разное, но беда бедищенская, потому что учить особо нечего и улучшать тоже не из чего, потому что, черт возьми, жидкость без запаха, она, конечно, выносит мне мозги, ее просто нет. Нигде. Это, конечно, очень тяжко. Но я думаю, это будет все значительно проще, когда мы продвинемся дальше по сюжету, откроются новые локации, соответственно, будет проще крафтить какие-то такие вот редкие предметы. Ну, я надеюсь. И да, Лафи, точнее, Фитц уже посадил себе зрение за этой книгой. ボスからあんたたちに伝言を預かってきた。ローグレスの東にあるアルディナ草原に凶暴なゴーマが出るらしい。あんたらの探してる奴かもしれない。ローグレス東の街道は封鎖されとったはずじゃ。だって、一時的にな。今は解かれてる。アルディナ草原の先にある村、ストーンベリー。 Кое-что вспомнил очень важное. Был восклицательный знак, ну, диалогик в тюрьме в нашей, на Титании. Надо туда сплавить сейчас, послушать, что там говорят, может, там задание какое-нибудь. Да, конечно, челка отсутствующая у Рокура совсем его не палит. クルマがいる可能性が高まったな。今の情報を確認してみようぜ。ええ。まずはストーンベリーに行ってみる。アイゼン、僕、なんか失敗した？いや、奴らにただで情報をくれてやる必要はないと思っただけだ。地脈店のことだよ。俺たちだけが知っている情報だろ？でも、 警視庁は味方でしょ？敵ではないが、味方とは言い切れん。裏同士という わしらを売るのは象様ないと暗に言うておるわけじゃな。俺たちが勢力に対抗する戦力である内は協力できるだろう。だが切り札は多いほどいい。互いにナイフを突きつけ合っているのを承知で背中を預ける。それが裏社会の信用ってことね。厳しいな。タバザのお店の料理の味は簡単に信用できるけど。はあ、それは同感だ。 ちょっとあいつ。行くの初めてだよね。なんで通行止めされてたんだ？ゴーマか？いえ、アルディナ草原で巨大な竜巻が発生して、輸送キャラバンが何百人も行方不明になったのです。寒冷化の影響による異常気象だな。雷が頻発した地域や豪雨に見舞われた町もある。ええ、そういった地域への街道は 声量によって厳しく往来が制限されています。ですな、スミルチにディーグルスしとるなメスタステイル。竜巻は収まったって思っていいのよね。どんな町なのか。普段ポリテルと。結構いいところで冬。東に広がる森林地帯では宝石が採取できるし、珍しい植物も昆虫もたくさん生息してるでぐ。数少ない住民たちは動物の肉や毛皮を必要な分だけ売り買いして暮らしてるし。 静かで良いとこでふよ。随分詳しいんだね。こやつの初恋相手のノルミンの故郷なんじゃよ。みえ、姉さん、恥ずかしいんじゃないでふか。今は離れ離れになってしまったでふけど、あの子とは心が通じ合っているんでふよ。わしとお主が契約して旅に出た直後、あの娘は男前のノルミンと恋仲になり村を出たがの。
そんなの初めて聞いたでぐよ。姉さん、いつその話を。わしから逃げ出したお主を探す旅の途中じゃったか。いや、村を出て数分後忘れ物を取りに戻った時じゃったか。ま、どうでもいいがな。よくないでぐ。男が女に振られたぐらいで泣くな。ストーンベリーへ急ぐぞ。Интересно, что именно Айзен среагировал на это. Блин, там диалог, и тут диалог. Ладно, давайте сейчас... Просто, я не знаю, если там что-то важное, мы сейчас побырику. Я просто что-то забыла об этом совсем. Здесь был диалогик, единственное, что я не помню, где именно... А, вон, вот там вот. Не знаю, что там, не пыталась даже нажимать. То есть, знаете, проверить. О, со всем поговорить можно. Эй, Вильвет, давай поиграем в «Я вижу». Я вижу что-то, что начинается с «Б». Не вижу вокруг ничего такого. Ха-ха, ты вообще веселиться не умеешь. Так. Кому она? Что? В этот раз мы точно найдем Тему. Ага, обязательно. Расскажи мне о ней, а? Это тебе не касается. Ну вы поняли, о ком речь? Вы же поняли? Ох, Бенвик рассердился на меня. Вы зашли слишком далеко. Моя мама за такое устроила бы мне взбучку. Ты абсолютно права. Свобода и безнаказанность — две разные вещи. Я это запомню. Так, ладно. Слушай, а я точно туда иду? Да, нормально. Полезно все-таки возвращаться. Еще, кстати, по-моему, где-то восклицательный знак был. То ли в какой-то деревне, то ли еще где-то. Надо, кстати, на самом деле почаще объезжать, обплывать точки, потому что никогда не знаешь, где восклицательный знак появится и что тебе там скажут. Музыка классная, да? Такая умиротворенная. Мне кажется, в финале такая будет играть, когда все умрут. На, Кроме, кити крио. Мата гучка. Мата ты юнаю. Орева, Бельветто я кайзок домуни. Кизуки я нимоц хагубеда. あの島行ってこいだってこき使われてるんだぜ。頼られているってことじゃないのか。そうかもしんねえけどよ、連中見てるとよ、あんたのことは顔色伺って遠慮してるみたいだけど。顔はないがな。そいつは失敬。こう見えてもお前が知らないだけで、案外鉄絡みの道具を作ったり修理したりしている。居候を決め込むほど面の皮は厚くない。顔はないがな。面白いじいさんだな。若いのに使われても腹が立ったりしないのか。俺は刀のことだけを考えて生きてきた。連中のようなガキと話したのは何百年かぶりだ。じじいの俺にとっては新鮮な迷惑さだ。типа покраснел それ。俺も最初はそう思って言うことを聞いてやってたんだけどよ、いい顔してたら山ほど仕事を押し付けられちまって、あんたみたいに小顔にしときゃよかったよ。顔はないがな。だからそこは真面目に聞いてくれよ。覚悟を決めろ。命を懸けて自分たちの道を進む連中と同じ船に乗ったんだろう。俺もお前も嫌ならさっさと尻尾を巻いて船を降りろ。尻尾はないがな。Эх, разговор стариков. Что с ним взять, да? Так, больше ничего. О, еще что-то. А, серьезно? Блин. Так идешь по одному заданию. А потом еще оказывается, что здесь 20 тысяч диалогов. Их вот в ту сторону идут-то. Ну ладно. Ради диалогиков, я думаю, почему бы и нет, правда? Тем более, то, что это важно. Вдруг оно просто потом пропадет. Опять же, неизвестно, пропадет, не пропадет. Я помню, вроде в Зестире можно было пропустить, если не посмотришь вовремя. Это, конечно, меня расстраивало. Хотелось бы повторить этот страшный опыт. Будем считать, что мы выяснили, что, как и куда, но прежде чем отправляться куда-либо, в какие-либо эти самые, мы вернулись на базу, чтобы пополнить запас и бла-бла-бла. Пусть будет так. Угу.
Если вам нужно отдохнуть, я могу подготовить постель, да. Сона муши, кабутамуши ка кувагата ка ваката ну? Джицуа, мада сирабете найн да. Доуште? Рокуро то Айзен му ширитагаттерун жанай ну? Дакара да ё. Втари тому омоиле га цзиой ши, дочи но сец му сеттокулёк га атта ши. Соре ни, муши хонтоу ни синшу да то штара. Вы же понюхали под крыльями, ну? Доштанда. Кувабута мондай на цзуки жа ё. Нушира о кизукатте, боу ва кецрун о дасезу ни ору но жа. Аната тачи ва отона нан дескара. Дочира ка орете итадакемасен ка? Кабутомуши. Коко даке ва юзурен. Кувагата да. Исса но кото, цуно о зенбу тотте шимае. Со сулеба момезу ни суму жа ро? Соре де иин жа най но? Бака ю на. Оре кара кен о тоттара нани га нокору? Кувагата но хасами тте но? Садюги, девчонки какие-то. Кабутомуши но цуно о убау тою но ва рюги о нежимагеру ксо яро но хассоу то онажи да. Татое оре тачи га тайриц шио тому, коно кен ва тоготон гирон о цукусу беки да. Эленоа сама! Таномарете та Мидгарду кишо кончу зукан де фу! Аригато! Коно зукан нара ано муши но кото мо китто. Аримашта! Кона муши но сэшки мэйшо ва... Гроссо Агито дес. Те кото ва... Япари койца ква... Канабун дес. Варито мезураши канабун да соу дес. Коре де суккири шимашта не. Чигау ё! Коно муши ва... Синшу да ё! Дакара... Лайф сетто квабуто да ё! Кетэ да ё! Не понравился вариант, да? Я за носога... носорогоноса. Носорогоносец, господи, ужас, какие. Язык поломаешь же в трех местах. Слушай, а я могу как-нибудь вернуться через... Понятно. Не, как бы могу. Кстати, я же могу. Может, телепортнуться? Чтоб не бежать. Потому что тут-то я явно не выйду, да? Ну, в смысле, к кораблю, потому что это другая, это самое. Но я надеялась, что как-нибудь, знаете, выйду тут, окажись там. Эх. А хотя нет, смотри, я могу. Мне в Зексон нужно. Восточный вход в Зексон. Я не помню, где южный, где восточный. Знаете, что? Давайте... Давайте лучше в Ранит. На корабле сплаваем, посмотрим заставку. Не так важно все это дело. О, кстати, пацан. Он что-нибудь скажет нам? Вообще, конечно, вряд ли. У него снова жар. Надеюсь, это не то, о чем я подумала. А, пацан. Ну-ка, тут, интересно, будет что-нибудь? Надежда-то была. Мне тут интересно, когда я сплю, у меня сбрасывается все-таки немка, которую я с пылу с жару поела, потому что, честно говоря... Можно это где-то, кстати, посмотреть, интересно? Нет. Наверное. Хотя хрен его знает. Хочу сейчас копошиться. Держись подальше от сына трактирщика. Я не хочу никого увидеть, но это для нашего же блага. Все понятно с вами. Ох, мне ну, срочно нужна жена. Мне тоже. Пап, ты правда думаешь, что он женится в твоем-то возрасте? А чё это? Любви все возрасты покорны. Кстати, да, вывалились еще. Вот, видите? На новых локациях два чувака. Сейчас чихну. Ой, простыла чуть-чуть. Извиняюсь. Все, бежим до кораблика. Все. Нужно все-таки как-то, знаете... Может быть, за кадром посещать старые места, хоть выяснять, где эти восклицательные знаки. Чтобы прям хорошо было. Один экзорцист прибрал себе патентит, и демон сразу же напал на него. А, ну мы это знаем. Про патентиты, про все эти. Все, поплыли в Зексон. Я, конечно, понимаю, что мы могли туда телепортом, но мало ли. Как
оно работает, где там южное, где там восточное, чтобы я помнила. Тем более, да, здесь нужно поговорить еще было. Нужно было. Так, эти все старенькие, чувак. Вы отлично совсем справляетесь. Продолжайте в том же духе, и аббатству придется придумывать новый уровень опасности, чтобы вас описать. Надеюсь, цена стоянки тогда не поднимется? Вообще-то да, но я предлагаю годовой запас воска для палубы в подарок таким ценным клиентам, как вы. Но вы замечали, что каждый раз, когда этот корабль швартуется, здесь происходят странные вещи. Возможно, это всего лишь мое воображение? Нет, чувак, тебе не показалось. Не, кораблик, конечно, зачетненький. Господи, сделайте уже какую-нибудь новую пиратскую игру, а? Давайте играть экзорцистов. Я буду лордом Арториусом. Чур, я лорд Тигры. А я тогда лорд Оскар. Тогда я, похоже, буду лордом Мельхиором. Подождите, мы не можем все быть экзорцистами. Нужно же нам с кем-то сражаться. Детские игры. А я всегда любила второстепенных персонажей, брала их с радостью. Но только никогда дело касалось Сейлор Мун. Ха! Я вообще не беспокоюсь о нём. 皇室や清涼からの注文もあるのよ。この港で仕事してたんだけど、ちょうど終わって、これからローグレスに戻るところなのよ。余計なことは言わんでいい。弟子の人はどうしてストーンベリーに行ったの？若くて才能はあるんだけど、ちょっと変わった子でね。自分の手で新しい町を起こすんだって。開拓中のストーンベリーに行っちゃったの。職人は自分の仕事と向き合っていればいいんだ。 町を起こすなんて身の程知らずにも程がある。でもこの人、あの子のこと破門しなかったのよ。怖いもの知らずなところ、若い頃の主人に似てるのよね。だから気持ちがわかるんだね。知らん。腕があると思うなら勝手にやればいいんだ。最後までやり抜けんようなやつならそれまでのやつだ。今の聞いた？やれると思ってるのよこの人は。 もしストーンベリーに行くようなことがあったら、あの子の工房を覗いてあげてね。うん、行ってみるよ。ごめんね。うちの主人が感じ悪くて。うん、平気だよ。おじさんみたいな人。僕慣れてるから。ちょっと。誰の子？ Если хочешь попробовать что-то вперед из песни. Без попыток не бывает поражений, но и успеха тоже. Ох, почему тебе не сказать это своему ученику? Цветы сейчас особенно хорошо продаются, особенно принцессе, потому что, ну, знаю, их возлагают на могилы. Слишком многие потеряли своих близких. Точно. Я лишь надеюсь, что немного красивых цветов могут успокоить души как усопших, так и их семей. Странно, что Вельвет даже три точки своей не оставила. Слушай, мужик, у тебя есть что-нибудь, что я могу... Я уже готова покупать вещи без случайного навыка, просто чтобы из них зафурычить. Жидкость без запаха. Была какая-то жидкость... не какая-то жидкость. Жидкость без запаха была с какого-то предмета со случайным навыком, но там... Я не помню, какой именно был навык, что получалось. К сожалению. Похоже, походу на альдинских равнинах утихомирилась. Жители Стоунбери выживают благодаря торговле, поэтому запрет на путешествие туда снят. В этих землях всегда было опасно, так что на вашем месте я бы держался тут подальше. Ага, сейчас, наконец-то новые локации, господи, вперед! Вперед из песней. Потому что на этих локациях, честно говоря, качаться уже, ну, не алё. Здесь враги слабые. Ну, я, конечно, понимаю, что меня вот там вот убили, но это была чистая случайность. Это было просто недоразумение, это не считается. Короче, тоскливо тут. Опыта с них мало. Так, вот туда вот нам надо, да? Ну да. Здесь не есть смысл залетать к Табате в гости? Просто какой, да? Мы там недавно были. Ну, не знаю, просто там про Персиваля сказать что-нибудь. Эх,
Персиваль. Так, не надо курицы. Все, мы просто бежим, отвалите. Мне главное добежать. Господи, мне это интересно, куда мы сейчас попадем? Мне кажется, я догадываюсь. Дайву надиндекита. Нонига? Анатано чикарага дес. Ии канджи ни сейгё декиру ёу нинатте кимашита. Йокатта. Моу таоретари шинай не. Ээ. Масмасу шоужин шимасу кара. Ёрошику онегай шимасу не. Кочира козо. Доко шита? Бецу ни. Ааиеба, саоиеба. Боу ва Эленоа то кейяку шита токи, мана о цукете мураттан джаро? Ии намае датта кае? Соре ва... Мана? Сейрэй га мотте ору кодайго но нажа ё. Нинген то кейяку о кавасу токи ни хицуё на токубецу на намае нан джа. Ваши мо биен фу ни фьюши касу то цукете ятта. Бута зару то ю ими джа! Хидой ва не. Коре мо ишшу но айжо хёген нан джа ё. Лайф сетто. Анта ва донна мана о мурат? Поднасрала и ушла такая. Соре ва... Мошкаште... Магиру митай ни... Хэнна намае о цукераретан джа най дешоу не. Фуман га ару нара Эленоа ни итте агеру кара... Шоужики ни осие насай. Чигау ши... Бельветто ни ва ие най ё! Сонна ни иягара нактемо... Мана ва... Киаску танин ни акасу моно джа най. 精霊にとって特別な意味を持っているんだ。契約者以外に自分のマナを告げることは同性になら命がけの信頼の証。異性に対しては愛の告白に近いんじゃよな。それを早く言いなさいよ。ライフセットも難しい年頃だ。以後は気をつけろ。まあ。 А ле мой ищу на айжо хёген джага на? О, господи! Господи, это свершилось! Я так ждала, я так хотела! А, ну да. Костюм без куртки. Где тут куртку-то вы видите? Блин. Ай, да, я думала, они мне дадут какие-нибудь штанишки. Господи, у меня вот эта сорочка, она меня немножко подбешивает. Вот там же рубашка под ней есть, очевидно. Вон, смотрите, желтенькая. Дайте мне эту рубашку, не знаю, там штанишки какие-нибудь, либо шорты, не знаю, что угодно. Это вот реально сорочка. Просто здесь у меня как бы сумочка, мне она нравится, но вот этот ошейник собачий меня немножко раздражает. Но придется ставить... Блин! Боль в сердце моем. Господи, когда для Айзена дадут уже что-нибудь? Ну-ка, у него же там ничего не упало, я, может, не заметила? Ну, не считая вот этого. Блин. Арева! Дураку. あれじゃな。アルディナ草原のゴーマというのは自由に飛んでたか、クーマなのか。地脈点感じた。あっち、あの岩山の上。確かめてみましょう。ねえ、ねえ、それじゃ、もうちょっと別の山が。だらな。だらな、いたな。待って、じゃ、отвали。 Это она? Это моя гора? Ну, вообще, кстати... Что-то в этом есть. Но она какая-то маленькая. Не, она маленькая, да. Там было больше. А подожди, а речка тут есть, не? Ну, хотя... Я, кстати, почитала... В интернете написано, что между Берсерией и Зестирией 1000 лет, а не 2000. Короче, я уже запуталась, сколько тут времени прошло. В принципе, насрано. На самом деле уже... Ой, блин. Подожди. Это же не может быть она. Она слишком маленькая, да? Ну, блин, а так похоже.
Так, ну, давайте хоть продегустируем. Ты у тебя. Ладно. Жирненький, слушай, классный. Так, минуточку. Ну ладно. Подожди. Не, качаться тут, конечно, надо за кадром. Слушайте, а вот мне интересно. Отвали-ка. Помните, у нас была такая гигантская равнина в Зестире, где еще такие шипы из земли торчали. Ну, не шипы, но я думаю, вы понимаете, о чем я. Вот мы уже были в этом месте или еще нет? Интересно. Это очень хороший вопрос, мне кажется. Там закрыто, да, еще? Ну-ка, пойдем, все равно посмотрим. Я, конечно, понимаю, что меня туда, скорее всего, сейчас не пустят, но... Хоть краем глаза-то зацепить. Посмотреть, что там стоят, просто люди какие-то не дают пройти или что там. Черт, мне уже и эта локация Хлебные поля напоминает. Ой, Хлебные поля, они везде. Что с ним взять? Какой-то странный путь, подожди, а тут что-то заныкано. Нет. Ну нет, так нет, отстань. Ну в принципе нам туда и надо, потому что видите, там все серенькое, смысл мне туда идти. Ну пойдем тогда сюда сперва. Сейчас я подберу добро. Потом туда, там все откроется, и мы и красненького завалим. Сохраняшка. Подозрительно. Ну ладно. Просто если это та самая гора, теоретически... Где-то тут, потом... Блин, слушай, а похоже. Значит, это та самая гора. В принципе, и подъем вот этот похож. Но она у меня как-то по воспоминаниям как будто бы больше была. Но получается, это та самая гора, блин! Та самая гора! Да, это она! Здесь! Я чувствую этот чимяк-тен! Хума не нашел. Кеккай не нашел. Снова хазре, кана? Кимецкеру ноа хаяй ва. Айц га кеккай о ябутта ка. 勢力が制御しきれていない可能性もある。あり得るな。ドラゴンは最強のゴーマだからな。問題はドラゴンがクーマかどうかだ。そこね。予定通りストーンベリーで情報を得ましょう。やれやれ。一番の問題は敵がドラゴンというとこじゃろうに。 Ну, как-то по воспоминаниям она вроде была больше. Но это воспоминания, они могут обманывать. Блин! Сердце, кокоро мое разрывается. А вообще, конечно, высоты такие же, по воспоминаниям, опять же. О, зеккейкана, зеккейкана! Кимочиноикешкидана! 絶景には同意しますが、あんまりはしゃぐと落ちますよ。ここ何本も地脈が走ってる。やはり感じたか。このアルディナ草原は何本もの地脈が複雑に錯綜する場所だ。本来なら大地の変化は数万年単位で起こるが、
この辺りの岩山はここ千年で隆起したものだ。地脈の流れが地形に影響を与えたんだね。そうだ、大昔には逆に地脈に刺激を与えて大地を操作する術もあったと聞く。そんな術が。人間の体でいう壺のようなものでしょうか。壺を押すと血流が整うみたいな強引な例えだが似たところがあるのかもしれん。もっとも、もう失われてしまった技術だがな。にしてもアイゼンは何でもよく知ってるな。いや、知らないことだらけだ。現に俺はここに咲いている花の名前も知らない。だからこうして旅をしているんだ。アルディナ白草よ。この白い花の中？ええ、昔弟が図鑑を見せて教えてくれたのよ。一株だけだとすぐ枯れてしまう、すごくひ弱な花。けど何株も寄り添うことで互いをかばい、厳しい自然の中でもたくさんの白い花を咲かせる。だから花言葉は人の絆。人の絆。覚えておこう。お前の弟が教えてくれたことだ。忘れないわ、私も。Господи, почему? Почему здесь нет Толстой? Как она мне нужна? Блин, горище. И эти гребаные цветы растут прямо вот здесь, да? Символ родственных связей. Твою мать! Да мне только сейчас дошло. Ой. Ребята, которые не смотрели Зестирию или не проходили ее, запомните это место. Просто запомните его. У вас мозг самоуничтожится, когда вы будете смотреть Зестирию. Или проходить ее самостоятельно. Нельзя так со мной. Так, уйди, не хочу. Хочу убить кого-нибудь. Так, нет. Драться я буду за кадром, хватит. Где, кстати... Ну, вообще, да, если вот это гора, а это наверняка она, то вот где-то вот правее должна быть в будущем речка. А вот тут вот, где дорога на Галле, вот туда, в Галле, там должен быть озерный град. Забавно. Ну-ка, подожди тогда. Значит, вот так, да? Ну, в принципе, да, вот они, эти болота. Господи, чтобы я помнила, где болото находится в Зестирии. Да, конечно, плохо. Ой. Когда давно проходила игру, она еще такая насыщенная, там столько диалогов. Не то чтобы это плохо, это замечательно. Но, блин, все запомнит, да еще когда... Реально очень много информации. Это, конечно, дичь. Так, ну-ка иди сюда. Что-то медведь у меня сегодня медленная какая-то. Я вроде нажимаю кнопки, как бы, те же самые, но иногда она реагирует на что-то быстрее, иногда она реагирует на что-то очень медленно. Это странная фигня, она как будто, знаете, не раздуплилась. Что, она попала? Изыди. Это сейчас что такое за это самое, за сирена была из Final Fantasy? Долгие, кстати, ребята. Так, ладно, где мы красненький?
Слушай, а вот... А нам куда? Нам вот туда или нам вот туда? Поди пойми. Ну, давайте, пока мы рядом, сперва нос сунем сюда. Посмотрим, что тут. Вам видно будет, да? Падайте. Ладно, дерево я зашатаю. Да что тебе? Что, упали что ли? Знаете, что я забыла? Я когда качалась, я забыла пам-пам-пам вернуть обычные. Обычные вернуть. Штучки все свои. Стандартные. Сила прием увеличивается. А, с ростом уровня, да? Атака. Тех уровня. Да так себе, конечно, рост. Чё у меня тут стоял-то? Урон при оглушении снижается, длительность. Как-то не густо. Чё у меня до этого-то стояло? У меня, по-моему, хозяйка меню стояла или что-то такое. Ой, короче. Потом как-нибудь. Сейчас пострадаем. А, блин, я ж хотела посмотреть, господи. Так, что это такое? Чёрт, а нам сюда и надо, да? Ну реально, вот как будто бы вот здесь вот... Как же этот городок-то назывался? Здесь раньше, помните, деревья... Вот, если предположить, что вот это горище, это наше горище, здесь где-то вот озерный град в будущем будет, то вот этот вот городок, как же он, на М... Назвал. Вот рядом с ним птица вот та вот летала. Теоретически где-то тут. Здесь раньше куча-куча деревьев была, а здесь вот, кстати, была река. Ну, в будущем будет, точнее. Так, слушай, все это очень здорово, конечно. Подожди. Сейчас как далеко бежать? В принципе, не очень, да? И там я, кстати, смогу вернуться. Кстати, да, смотрите, тут ход, там ход. По-моему, как раз-таки... В Сестире тоже было два хода к этому городу с двух сторон. А вот, кстати, вот тут вот, вот на юге, по-моему, был проход на пустынные земли. Если я все правильно помню. Блинский, блин. Как все изменилось-то сильно, а, за это время. С этими катаклизмами. Или нет? Может, это как раз-таки есть? Нет, стоп. Если это гора, значит, это не может быть та равнина с шипами. Цветочек. Нет, это не цветочек. Это павлин какой-то, по-моему. Это павлин, да. Гигантский павлин. Не, слушай. Знаешь, что? Я, конечно, все понимаю. Но что-то как-то не алё. Давай хоть что-нибудь-то поставим. Где-то мое дитя природы. Чем я тут стоял-то? Ну ладно, тут пускай будет так. Ну, как говорится, жалко, к ним со спины особо нет смысла подходить, потому что разницы никакой. 46 уровень, демон крылатый. Да, рановато я что-то. Жахнуло, ну ладно.
Скотинка. Иди сюда, Лен. Ах, сволочь. Иди сюда, блин. Курица недощипанная. Что делаешь-то? Слушай, выжирает, конечно, с выносливость вообще моментально. Да ты сдохнешь, нет? Вроде бью огнем, ноль реакции, сволочь. И сдохни, павлинище. Да ладно уж. Дает плюс один к максимуму душ перса. О боже, что снаряжение было? В общей сложности 20 раз или более? Серьезно? Как вообще? Я тут до 4 доползти не могу. Этого чертового не хватает. Жидкости этой долбанной без запаха. Вы мне тут 20 раз и более. Так, ладно. Всем упали. Че тут? Просто чтобы хоть открыть, посмотреть. Опять эти локации оббегать. А, ну да, здесь же это самое. Подожди. Вот там просто огрызочек какой-то есть. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Просто если там ничего нет. Я помню, был то ли какой-то титул, то ли еще какая-то фигата, которая позволяла очень быстро перемещаться по локации. Прям или это еда была. Здесь тире, я имею в виду. И вот что это было, я вот не помню. Мне бы здесь такое не помешало. Это после боя можно было такую приблуду включить. То есть, если ты подерешься, у тебя после боя скоростной турборежим включался, и ты бежал как ошпаренный. Вот тут бы не помешало, на самом деле. Ой. Ну ладно. Потому что вот эти гигантические локации, их только за кадром оббегать на предмет каких-нибудь... Не знаю, секреток, сундуков и прочей фиготы обыскивать. Вон, кстати, еще один стоит. Эх. Вообще, если честно, место вызывает больше ассоциаций как раз-таки с вот тем вот... как сказать? С тем полем, с шипами. Но эта гора, она немножко не вписывается в ту локацию. Просто и какие-то и выступы такие же. Ну что-то, знаете, по ощущениям больше на то место похоже. Хотя, ну, гора. Может, это, конечно, не та гора вообще, на самом деле. Но больше вроде таких гор не было. Прям таких вот таких. Так, ну нам город. Давайте хотя бы просто нос засунем. Просто обычно, если сюжетное какое-то место, оно обычно не открыто. А тут прям сразу открыто. Хоть посмотрим, что там есть. Вообще, конечно, мне бы сейчас уйти в прокачку, ввиду того, что мы доползли до новой локации. Если враги такие хорошие. Но в прокачку, знаете, хорошо уходить после игровой сессии, там несколько серий запишешь, когда уже не в кондишн абсолютно. Вот тогда да. А так. А вот эта пещера, знаете, вообще напоминает пещеру... На Диком Западе, помните, у нас была... Слушай, а может это локация с Диким Западом вообще? Хотя, блин, гора не вписывается. Тем более Дикий Запад мы уже вроде как видели. Ну, будущий Дикий Запад. Просто вот эта вот пещера. Помните, там была такая? Грот Замаль. Логово демонов. Что скажете? Грот Замаль, пристанище могущественных демонов. Проход туда запрещен. Ладно. Ну вот, вот теперь это объясняется. Вот это вот реально очень похоже на место. Вот помните, мы выходили, когда
И там вот у нас впереди был еще оазис. Чуть впереди и чуть-чуть справа. Вот очень похоже вот на то место. Но, блин, ну гора. Она как-то, да? Короче, ребятушки, кто понимает, что это за место? Потому что у меня ассоциируется сразу с тремя. Вот эта пещера... Слушай, а может вот та вот гора, которая впереди, это гора, от которой я думала, а вот эта гора, это так себе? Фигня? Где она там? Ну да, она слишком маленькая, потому что та горища, вот та больше похожа. Слушай, наверное, тогда это Дикий Запад. В принципе, похож. Короче, я запуталась. Ох уж эти чертовы перестановки. С течением времени. Ну, пещера очень напоминает ту, которая была в Диком Западе. С оазисом. С другой стороны, мне казалось, что мы реально в Диком Западе уже были. Ой, ладно, ребята, вам, наверное, уже мозг выношу этими своими... А что это? А там мы же там были. А оно вот это больше подходит. Ну, там, в принципе, тоже подходило. Я понимаю, это бесит, наверное. Ну, блин, это чистые эмоции, чего хотите. Черт. Ну, ладно. Что-то воротищи какие-то еще с сохранением. Ну ладно. Чувствую, мы здесь будем очень долго разговаривать, поэтому давайте здесь и остановимся. Я просто думала, будет какая-нибудь заставка, посмотрим ее, чтобы совсем вас без заставки не отпускать. Но что-то ничего такого нету. И как-то обламинго. Слушайте, мирная такая деревня. Огородики, да? Но здесь тоже какое-нибудь дерьмо будет лютое, наверняка. Короче говоря, в следующей серии опросим местных жителей, посмотрим, послушаем даже, что они нам могут сказать. И, в общем-то, будем пока что продвигаться потихоньку по сюжету, а там нужно будет выловить как-то момент и уйти в очень-очень долгий закадровый кач. В любом случае, большое вам спасибо за то, что были со мной все это время. Сильно не бомбите от моих предположений, потому что, ну, черт возьми, слепого прохождения, мыслей их много, и они рвутся наружу, поэтому... Будьте терпимее, пожалуйста, к моим женским эмоциональным всплескам. И, в общем-то, до встречи в следующей серии. Надеюсь вас там всех увидеть. С вами была Сава. Пока-пока.